США. Все люди улыбаются. Дебилы, потому что мы. Ukrainian artillery hit Russian ammunition warehouse. And this is hilarious. Russians were asked why Americans are always smiling. The answers, see for yourselves. Все люди улыбаются. Дебилы, потому что мы. Да. Там не настоящие улыбки, там человек не открытый, у нас с душой. Как вы думаете, почему в США, окаянных, все люди улыбаются? Так, все, до свидания. Да потому что они дебилы. Не могу сказать, не могу ответить. Я за политикой не слежу, поэтому не могу. Да, это политика, чертова. Ну, видимо, они очень умные. И мне так кажется. Хотя у меня там знакомый живет вроде. Ну, как бы, довольная жизнью-то они там. Ну, что у них? Слова ничего не значат. Они, вы знаете что, допустим, когда вас встречает американец, он на how are you он вообще никак не отвечает. То есть вы спрашиваете, как у тебя дела, он проходит мимо. Это как у них, как здрасте. How are you? I'm fine. У них Байден есть, а у нас нет. А в США не все люди улыбаются. Не все. Конечно. Только Байден. На самом деле Соединенные Штаты — это колония Великобритании. А Великобритания — это... сатанинское логово такое, знаете, большое сатанинское логово. США такая большая секта. Нет, не большая секта, это колония Великобритании. Бедные американцы. Бедные. Что с ними будет, я не знаю. Что с нами будет? And Ukrainian artillery and surveillance drones caught Russian thieves stealing again. However, they served them swift justice. Маршрутка взята, типу Жигуля, о, я був прав, то не труп, то поранений, 300-й хробак. Вам кажуть, будуть пробувати рятувати. Оп-оп-оп, давай-давай, голову притисни, дуримо. Ой, не концентрувалися, то ти хотів. Оп, поїхали, оп, побігли. Ну все, готуйтеся, тварі. Так-так, втягнулася арта, замовлення на сукату, бере! Джега-джега! Опа, і зразу потрапляння, ви були праві, ось вам і детонація. Добре, горіла сосна палива. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day we had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.